从今天开始，我要减肥，我要每天坚持跑步，做一个猛男。此视频为证，加油，奥利给！Дамы и господа, всех приветствую. Перед началом данного видеоролика прошу вас, пожалуйста, поставьте лайк. Не мне, а вот за того человека, который находится за кадром и в данный момент это все монтирует, для того, чтобы более-менее понятно это было на ваших экранах. Поставьте за него лайк, потому что он старается и обрабатывает очень много материала. Грубо говоря, пару часов ради 20 минут. Напишите комментарий, поделитесь с друзьями и мы начинаем. А спонсором данного видеоролика является букмекерская компания Alimbet. Если вы хотите получать большие эмоции от спортивных событий, то присоединяйтесь к Alimbet. Для новых клиентов Alimbet подготовил отличное предложение. 100% возврат первой ставки до 10 тысяч рублей, если ставка не зайдет. А по моему именному промокоду AKIMBA69 компания дарит приветственный бонус в размере 500 рублей. Переходите по ссылочке ниже и получайте максимум эмоций вместе с Alimbet. А мы начинаем. И это второй день подготовки на чемпионат России по армрестлингу. Сегодня вечер воскресенье. Сегодня ничего такого сильно не было. Сегодня было просто кардио. Завтра будем делать боковую. Самое смертельное, что является из арсенала армрестлеров. А еще хуже, что это будет все выполняться в технике Татраза. Вообще не круто. Вот, с нами Кирилл. Я иду кушать. Сегодня вечер, завтра нужно подготовиться к дню. На всякий случай, кого интересует мой вечерний перекус, сейчас покажу. Авокадо, хлебушек, пюре с котлетками куриными, гречка с мясом, два сэндвича с овощами и рыбкой, пачка орехов и две баночки малоежки. Самое вкусное молоко в мире. Также святой источник и так далее. Вот это все съедаю и переходим к утру. Съедаю, сплю и на тренировку. Я все. Подготовка на чемпионат России. Тренировка 4, видео 2. Сегодня будем делать боковую. Сегодня будем немножечко блевать. Так, сегодня в нашей тренировке от Тарлана это будет блок, будет боковая. У нас два упражнения на блоке. Бицепс и, возможно, канат, если ты не будешь ныть. Но это не точно. Возможно, сегодня будет борьба. Находишь второе или блок? Просто я говорю, оно тебя сэкономит, блядь. Нашел? Почему? А какие-то какая разница? Нашел? Стоит ли это конкретно? Это то, что конкретный конкретно. Пожелание есть, давайте. Это Александр Калядин, самый маленький человек в мире. Камера просто его все время увеличивает. А что ты снимаешь сейчас? Хочу сделать рубрику. Типа подготовка на чемпионат России. День первый, качай. Я снял, я отправил на монтаж. Сегодня будет типа подготовка на чемпионат России. И все, боковая. Разминаем сначала самое главное. Работаем на резинке. Кардио я в этом случае стараюсь делать всегда в конце. Подтягивания, чтобы много сил не терялось и можно было выложиться на все 100%. Но так как у нас сейчас идет отработка именно техники, 100% никак не выйдут. Задача от Кирилла на сегодня почему-то на каком-то из упражнений, я не помню какое. Я даже не знаю, что я буду делать. Сделать там больше 90. Надеюсь, получится. Также тренируйтесь всегда в начале в кофте. Первые хотя бы 10 минут. У вас все разогревается, тепло остается намного дольше. А сегодня, так как связочки, сегодня обязательно должен быть рукав. Вот. Хорошо. Если вы придете вдруг в Нева 33, то... А это еще прямой эфир? Нет, тут просто я пытаюсь снимать, как жизнь. Также, Буланчи Шоп,
Скоро выйдет новая коллекция, у них будут скоро выходить рукава. Ссылочка будет в описании. Первое наше упражнение на сегодня – это нажим Татраза. В чем заключается смысл? Веса очень маленькие. Если вдруг ты или я дойду до больших весов, то можно так сказать, что выиграем Россию, даже не тренируясь. Но так как я слабый, но, наверное, ты сильный, буду увеличивать свои силовые. Очень легкое упражнение, но в то же время оно и противное. Нужно следить за углами, нужно без шатаний плечами, просто прорабатывать на 8 раз в хорошей технике. Работаем! В чем суть сегодняшнего дня? Сегодня второй как будто тренировочный день. Обычно как это происходит? Один день арм, один день плавание, сауна, либо кардио, либо я качаю грудь, спинку, либо все остальное. Недавно ноги качал, но это плохое дело для армрестлера. Сегодня тренируем бочину и бицепс. На блоке 15 килограмм. Это сложно. Сначала легко выглядит, но потом микродоебики осуществляются, и получается, ты уже делаешь неправильно. А мы делаем все в правильной технике, чтобы как можно меньше времени потерять для того, чтобы стать намного сильнее и техничнее. Если ты техничен, ты победишь. Если ты сверхсильный, ты победишь. Но сверхсильный у нас людей очень мало, но техничных тоже. Поэтому становимся техничней и немножечко сильнее, чтобы бороть больших и великих людей. Дабл подход. Могу сказать легкий факт. У большинства армрестлеров очень слабые плечи. Качайте плечи. Тренировочного дня спустя 2-3 недели, даже так скажу. Не сильно помню, что я там делал, но я помню, что я делал боковую и бицепс. Также работаем небольшими весами и кайфуем. В чем суть моих роликов? Если выиграю Россию при этой подготовке, то потом выложу и продам свой курс тренировок. Логично? Логично. Бицепс тогда не пошел, и скамья была не предназначена для этого. По моему и тренерскому мнению, моего тренера, лучшая скамья для проработки бицепса и угла для армрестлера – это простая школьная скамейка. Простая деревянная скамейка, на которую вы можете сесть, туда что-нибудь мягкое положить и спокойно делать. Вот когда я ее куплю, тогда я стану сверхсильным. Но пока что работаем, как работается, на том, что имеем. Выглядит легко, но боль тошнотная. Она как бы есть, но ее как бы нет. Переходим ко второму. Следующее упражнение у нас боковой нажим сверху в работе Татраза. Не люблю, но надо. Моя задача сегодня уйти выше 90, да? От 100. От 100. Класс. Я передумал, буду снимать все. А то Кирилл подходит, пиздит о чем-то интересном, а потом все, камеру включаю. Давай, говно, собака, бах. Бог, давай так русско не будет. Вот, да. Запомни даже, что пилоки он бежит. Левая легче, да? Это был четвертый, блядь, пятый. После 3-4 идет Олеж. Хватит меня наебывать. Так, мой прогноз. Перед Россией Макс должен здесь сделать 80 чистого веса, то есть 160 в нашем блоке. На 4 раза. Ну ладно, на 2-3. Если будет делать, будет охуенно. Перед миром первенство, которое я выиграл, я сделал 55. 55 делал в Тарлане. Акцентируй еще внимание. Ты когда начинаешь бороться за столом со мной, со слабым человеком, ты все равно начинаешь борьбу отсюда. Скажи слежки. Понял. Привыкни мозгом, чтобы ты всегда с нее работал, а не когда тебе тяжело. Делаем сегодня бочину. Бочину очень люблю, но бочину делаем очень редко, потому что после хорошей тренировки на бок бочина может восстанавливаться как и неделю, так и месяц. Зависит от того, как вы питаетесь, живете, спите и все подобное. Салат. Зелень побольше, вот для шлаки.
Лайфхак для тренеров. Если ваш подопечный вас не слушается и думает, что он сильный, его надо поставить на место. Но есть вариант, что вы не сможете это сделать. Но желательно в себя верить. Ну что, как говорится, до первого хруста. Я пока что 4 дня. Ну бывает, когда форма уже идет нахуй. Вес 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соточка. Соточку на 8 надо делать. А так как я в своем большинстве не то чтобы спортсмен, а блогер, который перемещается по всем городам, когда ему придется, в особенности после этой съемочки второго дня, третий день уже отснят. Я побывал уже в Сургуте, в Казани, и сейчас нахожусь в Москве. Завтра еду в Питер, наконец-то. Переходим к Тарлану. Я как раз начну с Тарлана качать. Как выполняется сама суть? Мы это называем либо работа в Татразе, либо работа в Тарлане. Есть верхняя бочина и просто чисто боковая. Мы работали в Татразе, верхней. Суть такова. Главное делать все правильно и в хорошей технике. Если техника даже на одном повторении ухудшается, значит ты косячник и нужно выполнять заново, либо уменьшать вес. Но лучше выполнять заново и уменьшать вес, чтобы техника была прям прекрасна. Соберись сразу в свой треугольник. Ну, типа, хочешь, накрывай, я понимаю, но просто ты начинаешь... Короче, ты как пушкарь сейчас сделал. Ты забрал и как будто бы вот с разгоном. Вот, сразу соберись. Ставь плечо, вот эту запаску, как Тарлан говорит, сразу с ней иди. А ты начинаешь как пушкарь делать, ты, блядь, его начинаешь дергать, ты его не делаешь. Подожди. Чтобы мне подготовиться на чемпионат России. Надо делать на 60 килограмм больше, ой, на 50. Нет, сейчас будет анфайт в Москве, потом договариваюсь об анфайт в Индии, анфайт в Китае. Верю в себя и проебываю. Сейчас пойду блевану и продолжу. Хоть и с бочиной мы работаем, много подходов у нас. Начинаем с 2 килограмм, с 5, и так можем доходить до больших весов, либо очень маленьких. Мы не можем никак нормально настроить два троса, по-правильному работать в два тросика, чтобы они оба были прицеплены и вес был чистый. В Сургуте тренер настроил блок очень хорошо, и там чистый вес прям очень отлично чувствуется. На питерском блоке, на двойном тросике, сама тяга к себе, она чувствуется как при реальных весах, и можно не делить просто, грубо говоря, ты повесил 50 килограмм, значит это чистый вес 50 килограмм. Но именно сама статика, которая нам важна, она немножко притупляется, и наоборот, с двумя тросиками нам легче тут работать, поэтому мы работаем на одном тросике, просто добавляем туда побольше блинчиков, работаем уже в хорошей технике. Просто там, грубо говоря, дошли до сотни на одном тросике, делим это все на два, получается 50 килограмм, наш чистый вес 50 килограмм. Зато у нас ничто не стопорится, и ничто нам не позволяет усомниться в нашей технике выполнения. Тут должна была быть реклама с начитанным и заученным текстом, но... Мне лень, и я хочу просто от души. Коллаген от Кофер. Регулярный прием коллагена способствует густоте и блеску волос, росту и качеству ногтей, уменьшению целлюлита, нормализации работы с ЖКТ, улучшению здоровья суставов и укреплению костей и мышц. Что еще сказать? Коллаген от Кофер – это база восстановления, поэтому ссылочка будет в описании. Следите за здоровьем, а мы продолжаем. Работа с гантелем. Ага. Что, пониже надо? Не, ну пятнашка по телефону. Работаем. Ты это
25, следующий. Правая умирает быстрее, левая просто делается. Микрофон залагал, я его забыл включить, и я, наверное, говорю там очень умные и заумные вещи, которые бы вам, наверное, пригодились, но вы это не услышите, и я не помню, что я там сказал. Поэтому, возможно, я говорю, мотивацию поднять, надо поднять мотивацию. Короче, вот так надо. По ощущениям рук после всего. Боли нет, забитости нет. Такое ощущение, что просто мертвое мясо. Сейчас бег, 10 минут. И дальше уже либо все, либо может чуть-чуть что-нибудь еще поделать. В миниатюрной работе, так сказать. Еще я узнал, что скоро в Сургуте будут соревнования, в те дни, когда я буду там находиться. Если получится, то, возможно, поучаствую. Такой легкий, первый просмотренный старт, чтобы вообще вспомнить, каково это вставать, когда тебя судит судья. В прошлый раз мне было не по себе бегать, я забыл наушники просто. Вот, поэтому улыбаемся и бегаем. Побегал. Уже полегче, намного легче, особенно с музыкой. Ну что, потопаем? Короче, раз ты тренер, рациональное мое нутро, я как будто готов что-то еще поделать. Давай лучше завтра в зале поделаешь мышцы и поплаваешь, а сегодня отдохнем. Ну типа, блядь, ты даже фиолетовую резину не мог секунд 30 подержать. Да. У нас же только первая неделя цикла, да. На ней не нужно ебашить. Через неделю придется уже делать Орлана. А это минус руки. Согласен. Короче, увидимся с вами дома. Ради вас, подписчики, дошел до того уровня, что я иду на улице с камерой. Видеоблоги рулят миром. Да. Они же говорили, будь настоящим. Надо строить из себя блогера. Поэтому просто будь человеком, а люди будут тебя. Да, поэтому будем честны. Обычные ролики мне вообще в душе ни разу не нравится снимать. Мне нравится просто тренироваться. И если я настрою себя на тот лад, чтобы каждый раз вы находились со мной, то от этого я буду кайфовать, даже если это не будет набирать миллионы просмотров. Нет, это все пиздеж. Если вы будете ставить лайки, писать комментарии, и эта рубрика будет заходить, он будет снимать только свои тренировки, периодически что-то показывать. Да, что еще? Сегодня впервые, когда бегал, почувствовал заново не отвращение, а любовь к бегу. Вот, 10 минут в целом легко пробежал. Постараюсь сделать так и не выебываться. 10 минут бегать на восьмерочке. Потом буду недельку бегать
10 минут на десяточке. А так как идет армрестлинг, день кардио, армрестлинг, день кардио, я стараюсь в дни кардио хотя бы бегать по полчасу, по часу. Либо же хотя бы бегать минут 20 и потом на велосипеде добивать это время, чтобы дыхалочка заново приходила в норму. Мы находимся в Питере, погода классная, я мокрый, ветер меня бесит. А еще нужно зайти в аптеку. Тайное устройство Татраза. Сейчас вы узнаете секрет. А еще я потерял свою карту от Сбербанка, поэтому если кто-то найдет, то напишите. Здравствуйте, можно витамин С? Короче, в чем смысл? Я не знаю, в чем смысл, но когда мы тренировались, мы это принимали, и в целом мы могли выжить в аду. Так как сейчас мы возвращаемся в этот ад, надеюсь, витамин С поможет. Поможет. Также еще в данном видеоролике я попытался внедрить то, как я кушаю. Если это будет нравиться, то оставлять. Если что-то не нравится, то убирать. Вы, если что, пишите в комментариях. Например, в данный момент я могу кушать, либо тренироваться, либо бегать. Возможно, я сейчас сижу на кухне и уплетаю весь свой рацион именно вечерний. Поэтому, если вам надо, вы говорите. Я буду вам показывать, что я ем утром, что я ем в обед и вечер. И, возможно, если я буду вставать, то вместе с вами ночью буду заказывать KFC и крылышек 20-30 и кушать, выпендриваться тем, что я ем ночью KFC. Ну, или Макдональдс, не знаю. Как тогда, начал отвечать на вопросы. Сегодня был день, когда я выставил первый видос. Очень не хотел его выставлять. Думал, что не зайдет, если честно. Потому что хотел такой контент выставлять, когда я просто тренируюсь и просто разговариваю с вами один на один, когда никого нет в комнате, я никого не стесняюсь, и в целом никто мне не мешает с вами разговаривать. И там были некоторые комментарии про мир, про Россию, про подготовку. Очень много было вопросов про АМС. Некоторые меня спрашивали, звали ли тебя куда-то на армфайты. Меня звали и на российские, и в Турцию, и в Дубае. Обычно я говорил и отвечаю, что не готов, потому что, грубо говоря, там уровень прям топов-топов. Вот, я рационально свои силы понимаю и знаю, что я не топ, и мне нужно, наоборот, до этого уровня еще расти. Некоторые люди есть такие частичные, именно группы людей, которые сравнивают меня с какими-то в прошлом известными, либо в данный момент, которые все еще живы, армрестлерами крутыми, которые говорят там, типа, самый легкий пример — это Джон Брезенк. 18 лет выиграл мир. Они такие, типа, ты как он? Я такой, нет, я не выиграл 18 лет мир, и я не Джон Брезенк. Джон Брезенк, он уже был 18 лет, можно сказать, был уникумом, умным профессором и так далее. Красавчиком в мире армрестлинга. А я нет. Я такой армрестлер, которому, наоборот, нужно 5 лет потупить, понять, потом еще лет 10 потупить, понять, и вот постепенно с каждым годом становится все сильнее. Я не тот армрестлер, не тот человек, который за один год может стать сверхсильным или сверхтехничным в данном виде спорта. Мне нужно развиваться и тренироваться. Также был фактик про мир. Мне нравятся определенные факты, которые некоторые люди про меня говорят, и особенно то, что некоторые думают, что я заслуженный мастер спорта, некоторые думают, что я не мастер спорта, некоторые думают, что я международник, некоторые люди считают, что я уже несколько раз выиграл мир. Я выиграл мир по юниорам. Первое место и третье место. Вот, я мастер спорта. В данный момент, в данной подготовке я хочу подготовиться на Россию. И если так совпадет и повезет, и Россию пустят на чемпионат мира и на Европу, то съездить туда, выступить, покайфовать. Для себя понял, что не хочу стремиться как-то в одном узком кругу армрестлинга, а именно как когда-то мне все время вдалбливал в меня тренер, что когда ты выходишь на соревнования, ты не то чтобы соревнуешься, ты, главное, для себя просто кайфуй от того, что ты находишься вот в этом месте. Грубо говоря, вышел на первенство России, то кайфуй от того, что ты на первенство России. Ну, типа, это одно из самых главных соревнований, событий в мире армрестлинга для юниоров. Вот. Вышел на чемпионат России, тоже кайфуй от того, что, грубо говоря, когда я первый раз выходил, я участвовал на чемпионате России, мне тренер говорил, ты еще участвуешь в юниорах, то, что ты сейчас участвуешь на чемпионате России, просто кайфуй. Вот расслабься,
Отпусти все и кайфуй. Вот, и также про мир. Левую руку. Я ехал туда, чтобы победить на левой. Я стал третьим. Немножко расстроился, но все равно для себя был рад. Но некоторые люди, когда потом я выставил, что я стал третьим, меня немножко удивили некоторые люди, которые начали писать: «Да ты не заслуживаешь, ты не должен был участвовать, ты блогер, вообще никуда не лезь». Я так подумал, типа, блин, люди, я трачу свое время, я трачу свои деньги, я трачу деньги родителей, я трачу время тренера, это все делаю, это все делаете не вы, это все делаю я. Трачу свои нервы, нервы близких, которые за мной следят, переживают, помогают, потому что когда вы гоняете вес, то вес гоняют в большинстве случаев близкие люди, которые находятся возле вас. Так получилось, что некоторые люди, даже которые были близкие, после этого мне написали: «Да ты никчемен». Я думаю, ну, пофиг. Выхожу на правую руку, немножко расстроен. Но в целом было пофиг на правую руку. Я такой, типа, на пьедестале побывал, для себя я гештальт закрыл. А мне тренер просто подошел и сказал: «Давай так, просто кайфуй и забей на всех». Ну и все, я выиграл. Вот, и потом данные люди, которые писали: «Да ты никчемен», они такие, типа: «Ты молодец, ты красавчик». Вот, но я перестал с ними общаться, с некоторыми людьми. На некоторые сообщения не отвечал, потому что не понимал смысла. Вот, те люди, которые я знаю, что они искренне были за меня счастливы, я знаю, что они были искренне счастливы. Вопрос про AMC. На AMC я хочу поехать, я собираюсь, но этот путь, он такой, типа, если AMC... будет еще, когда я соберусь на AMC, то я поеду на AMC. Почему? Потому что нужно сначала подготовиться просто на обычные соревнования, сейчас выступить, посмотреть. Я знаю, что я не выебываюсь, не ставлю себя где-то выше, я просто знаю, что какие-то обычные соревнования, там некоторые кубки я легко выиграю, легко пройду и все так далее. Вот для меня сейчас цель — это чемпионат России, дальше потом уже AMC, потому что я считаю, что есть определенный круг стран, где если ты выигрываешь чемпионат, то ты являешься прям красавчиком. Вот. Из таких стран могу назвать это чемпионат России, чемпионат Казахстана и чемпионат Грузии. Что первое в голову приходит? Вот я знаю, что если в этих странах ты победишь на чемпионате, то как бы тут нормальный такой красавчик. Поэтому нужно сначала выиграть Россию, потом уже думать о AMC. Ну, либо с кем-нибудь зарубиться на России и поехать на AMC. Тоже такой вариант присутствует. Как ты можешь разговаривать, и чтобы я это не слышал? Типа, я это могу увидеть только где-то, прикинь. Я захожу на YouTube, Макс разговаривает, и тут в жизни Макс молчит. Ты это делаешь? Типа, ребят, вот те, кто смотрит этот ролик, который Макс сейчас записывает, знаете, типа, я почти никогда не слушаю разговоры, я вот лег спать, и он начал вам это записывать. Потому что он разговаривает по ночам. То, что все знали. Давай, брат, доброй ночи, разбуди меня через 3 часа и едем в Питер. Все, понял. Так вот. Я забыл, это чьи? Афоня. Ну. Блин, я уже снимаю. Не, шапку делаю. Ссылок. Максим Битаров, Акимбу69, прекрасный человек, один из самых близких, лучших моих друзей. Вырежет этот момент, возможно, возможно нет, но если этот момент есть видео, знаете, я его очень сильно люблю. И Макс офигенный тип вообще. Вот кто его в жизни знает, знаете, Макс самый топовый чувак вообще на свете. Самый крутой товарищ, самый крутой армрестлер, самый крутой блогер и вообще самый крутой. Ну, просто чтобы вы знали, если вы вдруг не знали, но я думаю, они знают. Теперь точно знаете, вот, если что, как его. Ох, Афоня! Шапки топ! За рекламные деньги. Если вдруг будут. А так они не мои. Буланти-шоп, ссылка в описании. Вы были на канале Акимбо69. Ставьте лайки, комментируйте, все ссылки в описании. Не любим говорить, любим тренироваться.